Вуаля! Посмотрите. Скажите мне, когда такое было? Шутка такая, что ли? Я не могу больше так маневрировать, у меня сил нет! Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и добро пожаловать в Дельта Экс. Little Miss Muffet. Это довольно оригинальная штука, как я понял вот на Game Jolt, когда я это нашел. Это уникальный 3D experience в Undertale. Мы, возможно, в такое еще никогда не играли. Управление. Клавиши движения двигаться, соответственно, Escape выйти, двери открываются автоматически. И, в общем-то, нажмите Space, чтобы начать. Вуаля! Посмотрите. Посмотрите, скажите мне, когда такое было? Я не знаю, может, когда-то и было, может, я что-то позабыл. У меня была, по-моему, какая-то игра, где я в 3D в Undertale там за фриск бегал. Но она была там, знаете, не похожа на себя, такая более высокая, игра была мрачная. Немного непонятное, а здесь, посмотрите, здесь прямо вот анимация вот, это все сохраняет мультяшный такой дух, понимаете? Я чувствую атмосферу самой игры вот в этом вот во всем, да? А не атмосферу, знаете, какого-то Half-Life 2 движка или типа того, как это было тогда. Я точно не помню, или Скайримовского, ну хрен знает. То есть, а здесь вот прям, вот знаете, аутентично. И мы можем проходить, заходить в дверь, куда-то идти. Загрузка, поехали, давайте посмотрим. Привет, Маффит, дорогуша! Моя зубато-глазастая. Скажи мне, что тебе надо от меня? Сейчас, походу, будет битва, да? Так, как это происходит? Ага, мы должны вот так вот уклонить. Ой-ой-ой, я понял, тихо. Не, ну стоп, я, конечно, понять-то понял, но я не очень понимаю, как там пролезать между ними. Во-первых, очень темно, я сейчас поярче сделаю. То есть я должен вот так вот убегать самой фриск, понимаете? Самой фриск убегать от препятствий. Я считаю, это здорово. Я считаю, вот такими вот надо сделать побольше вот фанатских игр такого типа. Это будет достаточно интересно. Так, стоп. Сейчас вот так, потом вот этот муравьишка вот сюда. Ай-яй-яй-яй, минус один. А где здоровье мое? А у меня три жизни. Нет, две жизни осталось. Было три, осталось две. Замечательно. Паучиха, пощади. Паучиха, пощади, дай печеньку лучше. Дай вот пончик реально скушать. Что ж ты вот это издеваешься надо мной в конце концов? Тебе пришла такая замечательная девочка. Ого, нихера себе. Такая замечательная девочка в гости пришла, а ты вместо того, чтобы угостить, швыряешься в меня своими паучьими круассанами. Ну куда это годится, а? Это вообще нехорошее поведение на самом деле. Так, стоп, давай сюда теперь отходим. Ага, ну пока что, смотрите, пока что мы живем. Пока что мы живем, вы не поверите, мы еще не сдохли. Это на самом деле удивительно. Здесь в целом даже, по-моему, проще играть, чем когда обычный режим Undertale. Мне так кажется. Хотя, вот я, знаете, я сейчас, походу, вот просру, и окажется, что я нифига не прав. Да, что это? Не-не-не, отстань от меня, отвали, говно, иди нахрен, ну в самом деле. Это было весело, увидимся вскоре еще раз, дорогуш. Вот же сволочь. Ладно, хорошо, пробуем еще. Вот смотрите, в принципе, как бы, если подпривыкнуть, то я думаю, не очень трудно. Я думаю, если привыкнуть, то не шибко тяжело. Хватит уже там, это что там, тяжелый рок слушаешь какой-то? Давай, дай мне тогда тоже послушать. Чем мы эту мелодию слушаем? Я хочу послушать ту мелодию, что слушает она. Мне кажется, ее там качает намного эффектней. Так, ну, но, видимо, нет. Так, у меня, короче, 5 жизней было, понятно? Даже 10, я бы сказал. Каждое сердечко исчезает после двух задеваний паучками. Два раза паучки задели или еще какое-то говно, и все, и сердечки исчезают, понимаете? Так, она все трясет своей башкой. Все своей башкой трясет. Подлюка такая. Все своими лапами там что-то шерудит, башкой трясет. Все, минус сердечко, отлично. Вот вы видите, как быстро это все просирается. Это мне надо сейчас это, срочно ждать, короче, когда вот этот вот паук, который за мной ходит, вот самонаводящийся, когда он... Блин, так, вот здесь я зря встал, да? Ну, понимаете, тут особо не набегаешься, я не знаю, как столько бегать можно. У меня, откровенно говоря, нет такой бешеной выносливости. Не то чтобы я фриск на Олимпиаду, я как бы особо никакую не номинировалась, понимаете? Поэтому прекращаем это отвратительное поведение, пожалуйста, да? Уже как-то надоело. Уже прекращаем уже кидаться в меня пауками, сладостями. Давай дружить, наверное, Маффит. Интересно, кстати, почему именно Маффит? Почему не выбрали там первую битву на Пстаблука или типа того? Ой, так, все, сюда. Так, смотрите. Ну, пока что хорошо держимся. Держимся пока неплохо, видите, я везде успеваю. Я все везде успеваю. И вот сейчас, мразь за мной бежит, да? Так, теперь давай вот здесь, вот по бокам. Дальше, наверное, в центр надо бежать, да? Вот в центр бежим, отлично. Ой, хорошо. И опять по бокам, да?
Ха! Исчез паук! Паук исчез. Какая прелесть. Тихо. Так, сюда не становиться, значит, да, я понял. Тогда, блин, а, ну там безвыходное положение. Вы видите? Безвыходное положение. Отстань! Отстань от меня! Отстань от меня, говно! Блин, я прям туда вот, я вот устремился. Вот, понимаете, зачем я это сделал? Непонятно. Так, я не знаю куда. Не знаю куда становиться, что делать. Так, это как, ага. Вот смотрите, совершенно случайно у меня получилось! Да! Тут сюда, в центр, становимся в центр, так, все. И молимся, чтобы все было хорошо. Так, тут эта сволочь наследила. А, она за мной ходит. Тут, блин, она за мной ходит, я думал, он мимо пройдет. Падла! Это было весело, видите. Лучше же сволочь, а? Слушайте, тяжело. Что-то тяжело. Может, и не пройдем. Не, я попробую еще, слушайте, интересно, как бы. Это реально интересный опыт. Никогда такого не было в Undertale. Что там, кстати, фиолетовое? Вот там торчит сзади. Там сзади торчит за этой печью огромное что-то фиолетовое. Что это? Не знаю. Так, ну, в общем-то, это опыт интересный, опыт оригинальный, занимательный. Сейчас мы будем пробовать вообще не терять здоровье поначалу, да? То есть, я думаю, это возможно. Я думаю, это, в принципе, возможно. То есть, мы можем постараться так пройти эту игру, чтобы вот сразу же не получать урона. И тогда мы сохраним побольше жизни для трудных времен, скажем так. Ну, давай еще, поехали. Поехали или не поехали? Так, отлично, хорошо. Опа-па-па-па. Ой-ой-ой, ну вот видите, ну вот я не знаю куда. Блин, все, вот сразу вот жизнь высосали просто. Ублюдки. Просто подошли и высосали жизнь. И я пытаюсь там вот отойти и не могу, понимаете? Потому что только-только начинают ходить, и тут же минус жизнь. Блин, так, все. Фу, хорошо. Отходим сюда. Это я помню, да? Сейчас тут ударилось это говно, теперь мы бежим обратно. Это я тоже помню. А вот после этого начинается дичь, да? Дичь дикая начинается. Вот здесь вот уже, видите, уже сложнее. Так, теперь вот сюда вот бежим. Стоп! Там! Ну, блин, ну как он это делает, этот сраный паук? Как он это делает? Почему он проходит мимо меня и больше одного раза меня ударяет? Это несправедливо. Это на самом деле ни хрена несправедливо. Я вообще протестую против такого говна. Так, там вот еще пауки. Вот туда вот теперь давай идти. Ага, ну что, нормально, избежал. Пока что избежал. Так, дальше идем, смотрите, вот здесь, вот так вот я убегаю, Дальше по краю. Это я помню. Это, видите, я уже запомнил этот момент. Сейчас вот здесь вот как-то вот бежим. Блин, Так, хорошо, ладно, похер. Насрать, сейчас справимся. Так, вот сюда, да. Отойди ты, говорят тебе. Так, хорошо. Да я не понимаю, куда мне... Вот этот сволочь каждый раз меня ловит. В прошлый раз он меня тоже поймал, между прочим. Так, вот здесь вот я как-то продержался тогда, и сейчас мне удалось. Одна жизнь осталась. Вот же мрази, а. Так. Сюда. Хорошо, это смогли. Это тоже смогли. Ой-о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 й, какой ужас. Так, а вот сейчас вот смотрите, сейчас будет, получается... Вот эта сволочь, да, и надо вот так вот оббегать, чтобы здесь успела пропасть вот эта зеленая хрень. Да, точно! Уходи, все, я больше не могу! Отлично. Пончик, сраный, мать его, пончик! Нет. Да куда? Я не знаю, куда там деваться. Это невозможная срань просто. Блин, это интересный опыт, но это очень сложно пройти. Она продолжает! Там продолжает выпекаться все это говно. Вон я сжимаю пиписью, блин, просто от ужаса. Вы видели, да, вот как только? Как началась битва? А началась в ужасных конвульсиях, блин. Сволочь! Перестань издеваться над ребенком! В общем, вот я опять дошел до вот этого момента. Мне нужно уклоняться от этой мрази. Я, в принципе, это делаю пока. Довольно успешно. Что-то паук какой-то быстрый. Он там, по-моему, на допинге каком-то работает. Паучара-то. Паучара-то на допинге работает, падла. Так, у меня мало жизней, надо... Да, я не знаю, куда идти, мало жизней, понимаете? Так, что это? Ага, это просто за мной паук ходит, да? Ну, типа, все по стандарту, что-то он... Это... Блин, вот это подлючие вот эти вот хот-доги теперь, не хот-доги, а тапончики. Вот тапончики теперь постоянно будут. Куда? Я не знаю! Нормально все. Так, это все хорошо сейчас, да? Иди отсюда нахрен! Без тебя тошно! Одна жизнь! Не трогай меня, сволочь такая, тварь поганая. Так, хорошо, ладно, пока понятно, да? Пока что мы должны идти вперед и соответственно, ну, точнее, не вперед, а вправо. Мы должны идти вправо и уклоняться от пауков.
Вроде бы звучит не очень сложно, но попробуй. Ой, мама. Ой. Да откуда ж мне знать, как там действовать? Я ж не знаю заранее, в какой последовательности будут эти мрази лить. Ну что? Что будешь делать? Вот это игра, ребята. Вот это мы сейчас короче, мозг мой надрочится, конечно, по полной с этим говном. Блин, это издевательство опять. Опять же, у меня одна жизнь маленькая осталась. Сейчас она еще меньше, чем в прошлый раз, и вот это говно, понимаете? Но я буду тогда, наверное, вот в самом конце вот тут бежать и смотреть. И это единственный вариант. Может быть и повезет. Может быть, пройду вообще идеально. Ну, сильно сомневаюсь, конечно. Сильно, конечно, сомневаюсь, но попробовать стоит. Зачем сдаваться, правильно? Зачем сдаваться, проиграть всегда успеем. Так, давай вот так вот, да, вот так вот, хорошо. В принципе, пока что все. Пучком более-менее идет, ни хрена. Там зазора уже нет между ними. Я... Как протискиваться, блин? Что, зеленое это говно? Пошло хера, зеленое это говно, пошло, зеленое это говно. Кто звал вообще? Никто не просил зеленого говна, уберите зеленое говно, пожалуйста. И это говно уберите, все уберите. Шутка какая, что ли? Я не могу больше так маневрировать, у меня сил нет. А! Спейр! Спейр! Давай! Уху-ху-ху-ху-ху-ху! Это было весело, увидимся, дорогуша, я, кажется, справился. Все, это победа, да? Я не знаю, ребята, видимо, это победа, да. Видимо, это победа, там либо умереть, либо щадить. Ну все, я прошел это дело. Если я не прошел, если там еще что-то было, если пощаду не выбирать, то вы напишите в комментариях, но я уже сейчас проверять это, перепроходить специально не буду до этого момента. Вот, короче, битва, вот, короче, мы справились, по-видимому. Фух, это было непросто, кстати, если вы думаете. Это попыток, наверное, где-то 7 ушло, я думаю, это минимум. В общем, вот так вот. Кстати говоря, у Фриска какая-то желтая сопля на носу. Замечательно. Если вам понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, жмите колокольчик, поделиться, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВК, ссылка в описании. И будем надеяться на появление еще какого-то количества вот таких вот прикольно стилизованных битв. Мне этот опыт определенно понравился, я ничего такого на своем канале опять-таки не припомню. Было интересно, все. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.